Скоро отпуск, пакуем чемоданы. Но если вы едете отдыхать всей семьей, мы вам не завидуем. Чемодан, в который ничего не помещается, источник головной боли почти каждого туриста. Отталкиваемся от здравого смысла, лишнего не берем. Ориентируемся на климат и количество дней отпуска. Летите на 7-10 дней на море, составим дюжину образов, исходя из 6-7 вещей на человека, которые будут между собой сочетаться. У нас на примере есть тренизы. Это шорты легкие, да? Они у нас сочетаются с белой футболкой. Футболкой в полоску можно обыграть, интересно. С черной футболкой, да? И вечером, допустим, куда-то на выход с шелковым топом. У нас есть также легкие брюки, которые будут сочетаться также с белой футболкой и с остальными вариантами верхней нательной одежды. Вот таким образом у нас уже получается больше 10 комплектов, которые можно использовать в отпуске. С мужским гардеробом работает та же схема. Потребуются шорты, пара штанов, рубашка и 2-3 футболки. Причем оверсайз-футболка или свитшот может быть унисекс-вариантом. Носите их по очереди со своей половинкой. Итак, на двоих у нас 12-15 вещей. Как же все уместить? Если вы хотите сложить вещи в чемодан максимально компактно и при том сохранить их внешний вид, то этот способ вам подойдет. Собираем из одежды пазл. Кстати, вещей таким способом в чемодане может поместиться множество. Этот способ сэкономит очень много места в вашем чемодане, а также при перелете вещи не будут мяться. Свободное пространство заполняем обувью для него и для нее. Косметичка, аксессуары, кремы, зарядки и прочее также найдут свой уголок. Таким образом, у вас осталось очень много места в вашем чемодане, и вы сможете привезти сувениры или покупки с вашей поездки. Накопив опыт, путешественники с легкостью исключают лишнее из набранного. А кто-то вообще покоряет просторы просто с рюкзаком. Им хватает. Со временем пришло понимание, что вещей нужно не так много. На самом деле хватает буквально пара футболок или пара рубашек и шорты или брюки. Если путешествуем самостоятельно, то обувь точно должна быть без каблука. Если это теплая страна, соответственно, это сланцы, ну и кроссовки это обязательно. Мы не любим сидеть на месте, мы постоянно меняем свое место пребывания, путешествуем, проходим расстояние и рюкзак за спиной очень удобен в таком случае. Пакуем чемоданы с умом, чтобы уехать отдыхать без лишних килограммов и хлопот.